Ну что ж, второй матч.
вопросы. Этот батальон сражался в Красном Лимане, Семеновке, Николаевке. А сейчас несет боевое дежурство по всей территории ДНР. Охраняет мирных жителей и обеспечивает связью подразделений. Присоединяйтесь к сбору Народного фронта. Сделать это просто. Перейдите на сайт победа.орф.ру, отсканируйте QR-код и перечислите любую сумму. Спасибо. А сейчас познакомьтесь со старыми командами. Локомотив. Главный тренер Пламен Константинов. Старший тренер Андрей Жеков. Номер один. Мастер спорта Роман Мартынюк. Второй номер. Джон Гордон Перри. Номер три. Игорь Тисевич. Четвертый номер. Семен Кривинченко. Номер семь. Мастер спорта Константин Абаев. Девятый номер. Мастер спорта Денис Череский. 12-й номер. Заслуженный мастер спорта Юрий Бережков. Номер 15. Капитан команды мастер спорта международного класса Павел Круглов. 16-й номер. Мастер спорта Дмитрий Лызик. Номер 17. Мастер спорта Илья Казаченко. 18-й номер. Мастер спорта Алексей Родич. Номер 20. Заслуженный мастер спорта Илья Самухаев. 22-й номер. Мастер спорта Амар Курбанов. Зенит. Главный тренер мастер спорта международного класса Виктор Синельников. Старший тренер Сергей Бузан. Номер 1. Мастер спорта Сергей Белкозёв. Второй номер. Кирилл Чекмизов. Номер 4. Заслуженный мастер спорта Игорь Кобзев. Пятый номер. Егор Якутин. Номер 6. Тимофей Тихонов. Восьмой номер. Женя Гребенников. Yeah.
ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Невский дозор» звучит государственный гимн Российской Федерации. Дорогие петербуржцы и гости нашего славного города, мы по традиции просим вас подняться со своих мест и включить фонарики на всех мобильных устройствах. Поем все вместе. Звучит гимн Российской Федерации. Yeah.
Итак, танцуем все, начинаем!